Символ милосердия и спасения жизни появился в саду перед зданием ФМБА в Красноярске. Две белые ладошки установили рядом с цветами возле центрального входа лечебного учреждения. Этот оригинальный арт-объект уже заметили и врачи, и пациенты. Он сделан из металла разной толщины. Для изготовления скульптуры мастера использовали 400 килограммов проволоки. Сейчас решают, как назвать эту скульптуру. Следующий этап – установить в саду открытую кованую беседку.